Двумя руками крутит. Руль. Ага. Движок вроде работает, бля. Бортовые стоят ровно, по какой причине? Кто-то переставлял, что ли? Бортовые. Ну вот бортовая, она должна стоять не так, она должна быть повернута сюда. Нет, это КРН-ка. КРН не было ременной. Это старая колхозная КРН-ка. Еще в колхозах все были. Шкиф еще старый. А вот и грабли такие же, какие у нас. Охренительно. Вот они ходят, а сейчас свежая-то херня. Она не особо не рваная, вон. Щеки все целые, все. Пресс. Ну, видишь, у него много техники хорошей. Форшритовский, с хоботом, грабли он, не как у нас, это эти турецкие зеленые, которые, давай у него вот как раз одну и возьмем. Да, вот, видишь, чем она отличается, видишь сразу, нет? Ну, она короче получилась. Короче, конечно, она короче. Из-за чего 303-ю сделали длиннее, чтобы жатка не перевешивала. Видишь, даже на этой короткой... Жатки-то одинаковые. Не-не-не, сейчас я расскажу, дойдем до жатки. У него, видишь, это еще это большая редкость, что груза остались под эту жатку. Да, блядь, обычно сдавалось все в металлолом, да? Видишь? Вареный. Видишь, в чем проблема? Ломает раму. Да, да, на всех. 303-я то же самое. Ты же сам видел, как ее тянешь, ее, блядь, жатка перевешивает на. Она еще земли туда наберет на. И этот... Ну, в плачевном все состоянии. Вот принцип работы, видишь, стартера. И с этой стороны. Ну, варили нормально, хорошо варили. Жатка у него 4-метровая, Миш. Она... Да, короче. Ты что, не видишь, что она короче? У нас-то 5-ка. Да, блядь. Короче. И у него также вон стоит верхний, видишь, нож. Посередине. Да. Ну, делали ему. Ну, вот я хотел сказать, у него ровно все стоит, блин. Да, 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 делали. И вся вон в тех же местах все так же, Миш. Да, лопнувшие. И редуктор тоже болтается. Сломанный, нахуй. Да. Дай наверх залез. Фу, блин.
Посмотрю в кабине, как у нас хоть, нет? А там шильда должна быть, но у меня... Я не вижу. Этот лучше аккуратнее. В этом году, короче, у меня отвалилась дверь. Упала дверь, да. Ага. Съела. Не буду открывать. У меня есть там этот мужик, который... Чуть на меня, Миш! Вот, еще чуть! Здорово, начальник. А, начальник. Ты будешь водителем-то? Главным, да? Ну залази тогда, че? Конечно, их тут. Видишь, приехал уже. Не держит. Вот ехали, качало его, видать. А, да. И перед протягивать. Привязывать. А аккумулятор-то где? Он снял, нет? А куда он его ставил-то? А то еще у нас, блядь, с аккумуляторами этот. Будем в бычок арбузы-то грузить? Я тебя не знал, как он бит. Да? Дальше его заебли. Я знал, как он бит. Ну, наверное, ночью-то движуха была. Наверное, я не смотрю. У Леши сено кончается, а он... Он молчит, но... Вот вещь редкая. Удлинитель этот. Кожух стоит. Но навес-то вся козырная. Да хватит, вот тебе. Ты заднюю и ревис на шестой, но... Конечно. Да, да. В обратку завести и... Если бы еще кто скоростя знал, да? Аккумулятором заведем, да? Да, я сейчас. Давай попробуем сразу. Давай. Конечно, это запасной. Обратка, до дома она. Такой Т-40 боевой, но с передком рабочий, скоростя все работают, все работает. Делать, конечно, надо, но я скажу цену. Ну и вы в комментариях напишите, дорого это или дешево. За 50 тысяч мы его взяли, 100 километров отсюда. Бычок привез. 100 километров, ну даже пускай
50 литров бензина. Все. Мишань! Куда ты пошел-то? Ну, потом обзор сделаю на него. А вроде там будет видео, как грузили его, как договаривались. Ну и все вместе засуну, наверное. Там ешка была у него, грабли, косилка. Косилка неплохая, кстати. Пробуем завести, чтобы съехать, но я сомневаюсь, потому что он отдал старый аккум свой. Скорее всего, что он не заводился, не заводится с ним. Ты только декомпрессор вытащи, попробуй. Так ты массу эту сунул. Ракета! Сейчас. Сейчас вырубаем. Заводи, что ты его заглушил-то? Кидай! Кардан, да, забирай. Да, да, это ваш. Тысяч рублей, вон кардан поставил. Кардан рабочий, они его сняли. Сейчас, Михан. Так, ну ладно, все. Привезли, выгрузили. Все на месте. Едем дальше. Все, смотрите следующее видео.